Всем привет! Хочу пригласить вас поучаствовать в эксперименте по поводу обработки винограда во время цветения. Значит, я смотрел форум винограда Харьковщины, они собирались, там снимали видео и делились опытом. И вот Василий Чуб, он как бы поделился таким опытом, он где-то вычитал, пробовал эксперимент, ему понравился, у него вроде бы был результат. Я хочу на части кусте сделать с обработкой во время цветения и на части без обработки, и я буду видеть всю картину. Во время цветения, до цветения, во время и после нужно сделать обработку карбамидом, цинком и борной кислотой. Значит, он брал за основу 5 грамм карбамида, 20 грамм сульфацинка и 20 грамм борной кислоты на 10 литров воды. Обрабатывал перед цветением, во время цветения, когда уже 2/3 соцветий, уже колпачки скинули и уже пошло опыление, и непосредственно после цветения, когда уже бутоны были, ну, как, скажем, как маковое зернышко, скажем так. Вот я хочу поэкспериментировать, выберу себе пару гроздей, я их помечу, чтобы потом наблюдать вообще, увидеть динамику. Есть какое-то отличие или нет, хуже стало или лучше. Вот у меня самые по опылению проблемные, возьму Алешенькин, он опыляется плоховато, у него сильное горошение, и возьму Тукай. Он плоховато опыляется, у него осыпание завязи. Я вот выберу, скажем, пару соцветий на Алешенькином, пару соцветий на Тукай и обработаю. Вот перед цветением я все обрабатывал, во время цветения я еще такого не делал. Значит, я сделал смесь, ну, сделал на литр, в общем, пропорции. Вот сейчас я попробую это дело опрыскать и посмотрим в дальнейшем. Будем смотреть, как это будет происходить. Прямо вот по соцветиям. Ну вот возьму, скажем, вот до сих пор. Если загнуться, то хоть не все. А возможно будет и красота. Алешенькин обработали. И вот возьму еще Тукай. Ну вот он у меня как раз, здесь у меня новый куст. Здесь было место свободное, я его уже тут разнес по полной. Вот сейчас мы это тоже опрыскаем и посмотрим, будем наблюдать, как будет происходить. Улучшится, ухудшится. Будем видеть, что с этим будет у нас происходить. Так что подписывайтесь, следите за динамикой. Будем смотреть, наблюдать, что у нас здесь будет происходить. Вот. Гаденыш, иди отсюда. Все.